Всем привет! Сейчас очень рано, и пока все домочадцы спят, я пойду, как всегда, в субботу за булочками. Хотела сначала на машине поехать, потом подумала, во-первых, приятнее будет прогуляться с утра пораньше, во-вторых, наши люди на машинах за булочками не ездят. Сейчас очень рано. И многие люди еще отдыхают, потому что в субботу почти все закрыто, кроме магазинов. Ни единого человека. Днем здесь бывает, конечно, очень много людей, очень много прохожих, потому что это густонаселенный район здесь. Очень много гуляющих с питомцами, с домашними питомцами. Слышите, как птички поют, наслаждаются тишиной. Я хотела показать разницу. Сейчас я иду в магазин. Как магазин выглядит утром рано. Там все аккуратненько, полочки полные, все лежит на своих местах. А потом вечером хочу еще раз пойти и показать вам, как выглядит он вечером. Это центральный район, где много магазинов и обычно очень много народу. Как вы видите, пока очень мало кто прошел и проехал. Булочные изделия нельзя трогать руками, но как везде, конечно. Поэтому надо будет обязательно перчатки. Все аккуратненько, все плотно заполнено. Все лежит на своих местах. Thank you.
магазине практически ничего нету. Все ряды пока пустые. Только работники, которые работают, расставляют. Здесь каждую неделю привозят, или даже два раза в неделю привозят товар новый. Какие-то акции бывают. Конечно, здесь товар может быть намного дешевле, чем. Хотела показать. Вот, например, этот как вегета, или как называется вот этот порошок, который добавляют в супы. Это борщ банки. Можно вот такой борщ купить. Вот это сгущенка. Русская сгущенка. Просто все, конечно, по-немецки написано. Наша Маша вафельки. Вот такие вот еще вафли. Ну, было много что, уже все распродали. Вот еще здесь паприка. Крем болгарского перца, не знаю, наверное, обычно как кетчуп, наверное, скорее всего. Это тоже они поставили польским, но это, скорее всего, польское уже. Да, это уже польские конфеты. Это уголок, где бывают товары разных национальностей, разных стран. Завезли много товара, поэтому они раскладывают еще товар. С утра в виде народу вообще нету. Пока. Такие же, как я, наверное, которым не спится, вылезли. Вот таких боксов привозят, потом раскладывают товар, пока люди начнут ходить. Сырный отдел. Русский творог. Ну, наверное, все. Тут это на кассе. Никого нет, мы будем выкладываться. Thank you.
Вроде погода прояснялась, но все-таки дождь пошел. На улице очень холодно. Ну, как осенью. На улице тишина, птички не поют, людей нету. Как говорится, хороший хозяин собаку не выгонит. Вот такая погода. Было все так чистенько, убрано. Было очень много овощей, фруктов. Ну, в основном овощи, фрукты забираются вот так быстро. К концу, после 6 делают вот такие акции, чтобы люди могли подешевле купить. Ну, не подешевле, наверное, потому что до понедельника это все испортится. Поэтому овощи, фрукты продаются за полцены. Да, прилавки уже пустые. Ну вот и все. Я хотела вам показать разницу утренней закупки и вечерней закупки. Я думаю, что вам было интересно. И осталось только попрощаться. Пока-пока. Bis zum nächsten Mal. До следующего раза. Пока.